Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи», в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Данилов, заместитель начальника центра отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вкратце ведем зрителей в курс дела. Чем занимается ваш центр? Какие у него основные задачи? Основной задачей подразделения лицензионной работы, лицензионно-разрешительной работы, это федеральный государственный контроль за оборотом оружия, оказание государственных услуг населению в данной сфере, то есть в сфере оборота оружия, в сфере частной детективной охранной деятельности, оказывается более 20 государственных услуг нашим центром, в том числе в рамках контрольных мероприятий проводятся проверки как владельцев оружия по месту жительства, так и частных организаций, которые осуществляют охранные услуги, образовательные организации, которые проводят обучение частных охранников либо безопасному обращению с оружием. То есть спектр достаточно большой нашей деятельности, и наш коллектив пока с ним справляется, соответственно. То есть у нас есть и положительные какие-то примеры нашей деятельности. По оказанию госуслуг, по работе с гражданами с оружием. Буквально-таки в прошлом году мы переехали в новое здание, которое оснащено залом, отдельным залом для приема граждан, где установлена электронная очередь. То есть это очень удобно. Граждане, которые подают заявление на какую-то госуслугу, могут непосредственно из дома обратиться, написать заявление в портале госуслуг. Оно приходит к нам, и по факту, приходя непосредственно на прием, гражданину только остается предоставить нехватающие документы, которые он не смог подгрузить в портал, и, собственно, получить данную услугу. Одно из таких интересных направлений – это сдача оружия, так сказать, найденного где-то. Вот давайте немножко об этом. Как много нашли оружие и сдали его в 2021 году, скорее всего, может быть, уже статистика какая-то существует. Как много и что было такого самого интересного, что самого необычного сдавали? В настоящее время на территории Рязанской области проводится данное мероприятие, данное профилактическое мероприятие проводится у нас ежегодно, и в этом году в том числе, согласно государственной программе профилактики правонарушений, которая включает в себя и борьбу с незаконным оборотом оружия. Вот в рамках этого мероприятия ведется прием данного оружия, незаконно хранящегося, и граждане, которые сдают данное оружие, не только освобождаются от ответственности за незаконное хранение, конечно, если в их действиях нет иного состава какого-то преступления, но и получают за это денежную компенсацию. И таким образом, сдав найденное где-то оружие, либо незаконно хранящееся с каких-то пор, там оставшееся от родственников, у которых оружие было не зарегистрировано, но оно, тем не менее, хранится у людей, они могут его сдать. За гладкоствольное оружие положена выплата у нас 3000 рублей. Соответственно, выплачивает ее правительство Рязанской области. После осуществления комплекса проверок соответствующих выплачивает эта сумма. Если, допустим, боевое оружие, то это уже от 5000 рублей. То есть сумма повышается в зависимости от того вида оружия, которое было найдено. Соответственно, все расценки, все виды оружия можно посмотреть либо на сайте Росгвардии, в том числе Рязанской области, либо на месте приема оказания государственных услуг. И самое необычное, ну, так нельзя сказать, самое необычное, что было сдано. Самое высокооплачиваемое, скажем так, да, это будет находка, либо сдача, ну, находка и сдача, это либо гранатомет, то есть то, что у нас, в принципе, в Рязанской области, конечно, у нас нельзя сказать, что у нас оружие где-то по лесам разбросано, там, как в местах, где велись военные какие-то действия, там, Великой Отечественной войны, и находят подобные какие-то экспонаты, сдают их, получают вознаграждение. У нас несколько попроще, у нас дают гладкоствольное оружие, которое раньше было за кем-то зарегистрировано, потом было утеряно, найдено, вот, находят где-то в постройках старых, ну, в том числе еще и, скажем так, по большому объему, то есть, допустим, за сдачу там одного патрона к оружию полагается выплата 20 рублей. То есть если сдать там 1000 патронов, то там 20 тысяч рублей можно получить вознаграждение. Но, как правило, это в местах
каких-то воинских частей. Ну, конечно, тоже мало применимо к Рязанской области, но тем не менее такие факты бывали, и люди сдают, люди получают вознаграждение. За 2021 год у нас сдано подобного оружия на сумму около 28 тысяч рублей. Это небольшая сумма, но с учетом того, что, конечно, год у нас выдался пандемийный, и активность не такая была большая население, как в предыдущие годы, но были у нас года, где и по 150 тысяч люди получали. Соответственно, разные, но в сумме где-то 150-140 тысяч рублей получали от правительства вознаграждение за сдачу подобного оружия. Так что мы надеемся, что если у кого-то что-то где-то хранится, и люди понимают, что это незаконное хранение, может, от кого-то осталось, преимущественно лучше, конечно, его сдать, да, чем потом отвечать согласно уголовному закону за его незаконное хранение. Потому что рано или поздно что-то где-то каким-то образом станет известно, от соседей становится известно, от родственников те же, да, ну и наступает ответственность. То есть, ну, нет смысла этого доводить, потому что лучше получить какое-то вознаграждение и, допустим, оформить легальное ружье себе на эти средства, чем владеть незаконно какой-то единицей подобного вида оружия. Вот вы упомянули гранатометы. Я помню, что есть, по-моему, самое большое вознаграждение. Оно идет чуть ли там не за систему залпового огня. 15 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Меня всегда вопрос интересовал. Кто-нибудь находил, кто-нибудь сдавал вот такие вот крупные находки? В Рязанской области нет. В Рязанской области нет, но по другим субъектам мы знаем, что подобное было. Там, может быть, иные суммы вознаграждения в других регионах, не как в нашем, но подобные находки и именно выдача незаконно хранящегося оружия, она всегда была, она есть. Это законный способ избежать уголовной ответственности за хранение подобного вида оружия. Опять же, если в составе, в действиях нет иного состава преступления этого человека, кроме как хранения оружия. То есть он его нигде-то не купил, не использует его незаконно, а вот именно только хранит. Нашел, понравилось, спрятал там и хранит. То есть его можно выдать без последствий, соответственно, для себя. Ну вот давайте немножко проговорим алгоритм, как это должно работать в идеале. То есть есть у нас человек, который любит ходить по заброшенным домам, находит какой-нибудь заброшенной деревни, старое ружье чье-нибудь. Что с этим ружьем ему делать? Взять себе, привезти домой, отдать вам, куда отдать вам, как? Или пусть оно лежит, мало ли, что это ружье здесь делает. Какой алгоритм должен быть? Ну, много способов, как поступить, но из них, как говорится, правильных не так много. Поясню, как это должно быть в идеале. Если человек находит, были случаи, допустим, даже лучше приведу подобный случай, как это у нас был в Рязанском районе. Мужчина разбирал постройку гаражную, оставшуюся от родителей, от бабушек, дедушек, и обнаружил там, соответственно, ружье завернутое там в марлю. Естественно, если бы он его забрал домой, то как бы доказать то, что он его где-то там что-то нашел, это очень сложно. Для него это сложно, потому что он там один был, никто его не видел. Его действия были правильные. Каким образом он поступил? Он сразу позвонил в полицию. Полиция приехала, они протоколом осмотра зафиксировали местоположение данного оружия, место расположения и постройки, и опросили и человека, и соседей, и свидетелей, которые там могли находиться. После этого гражданин получил на руки уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела. В его действиях, так как не содержалось никакого преступления, обратился к нам, мы помогли ему оформить документы для подачи их в региональное правительство, и он получил вознаграждение. То есть это сам простой способ. Найдя что-то, нужно сразу сообщить, и вам ничего больше не нужно будет делать. Не везти куда-то оружие, не как-то прятать его от кого-то. Хорошо, а если ситуация, ну, скажем так, не прямо противоположная, но все равно другая. То есть, насколько я знаю, такое в практике тоже встречается, если есть человек, отец которого охотник, который хранит все оружие свое в сейфе, но случается беда, отец умирает, оружие остается, ведь сын не может просто взять это, продолжить пользоваться его оружием. Что делать в таком случае? Там, допустим, переоформить на себя или сдать? Как поступить? Да, конечно, оружие, которое осталось
от родителя, либо от какого-то родственника. Это наследуемое имущество, как и любое другое имущество, которое было в собственности, потому что на это оружие оформлены документы, оно стоит на учете, имеются разрешительные документы. Соответственно, оно уже не подлежит именно добровольной выдаче за какое-то вознаграждение, оно подлежит наследованию. Здесь порядок такой тоже прост достаточно. После смерти человека оружие подлежит незамедлительной сдаче в органы внутренних дел, либо в Росгвардию, куда оно впоследствии передается на хранение. У человека есть 6 месяцев, согласно Гражданскому кодексу, чтобы вступить в наследование, право наследования. Они, нотариус запрашивает у нас соответствующие сведения о том, владел ли тот гражданин, который умер, этим оружием в законных основаниях, либо нет, получает разъяснение и в порядке наследования оформляется это оружие на наследника. Если наследник не хочет этим оружием владеть, он имеет право его продать, подарить. То есть, но только тому лицу, который, соответственно, на законных основаниях имеет лицензию на приобретение оружия. То есть, первоначально оружие сдается, 6 месяцев хранится у нас, это совершенно бесплатно. Никаких пошлин, либо там платы какой-то, там вычетов не предусмотрено. То есть, Росгвардия бесплатно хранит это оружие до момента вступления в наследство собственников, новых собственников, которые будут им владеть, распоряжаться, скажем так. Чтобы оформить на себя, необходимо получить лицензию впоследствии и оформить его на себя. Весь порядок регистрации, он лицензионный, только через лицензию. Если продать, то лицензию получать не нужно. Получает лицензию то лицо, которое хочет его купить. И наследник, вступив в право в наследование, просто переписывает его. В подразделение Росгвардии, то есть у нас, приходит, пишет заявление об оформлении, и оно оформляется на новое лицо. То есть просто так вот оружие, оно не может куда-то потеряться. То есть, либо у него есть собственник, либо один, либо другой, либо наследники, либо сам собственник. Если оружие потеряло собственника, то оно, получается, вышло из легального оборота. То есть, если оно не изъято, не ожидает какого-то дальнейшего решения своей судьбы, то это оборот, получается, нелегальный. То есть, если вот человек умер, а оружие забрал сосед, да, то есть, он никакого отношения не имеет к этому человеку, он хранит его нелегально. То есть тут уже получается данное лицо понесет ответственность за такое действие. То есть забрал что-то законно, незаконно. Тут как бы о законности речи быть не может. А закон он может забрать только если его сдать, и все. То есть охранить он уже получается не может. Ну, немножко ясности. Ответственность наступает уголовная, правильно? То есть это за разный вид оружия разная ответственность. У нас есть оружие самообороны. Ограниченного поражения, есть оружие охотничье гладкоствольное и есть нарезное оружие. За все нарезное оружие ответственность будет уголовная. За оружие, которое гладкоствольное, и оружие ограниченного поражения административное. То есть есть градация по видам оружия. И еще такой момент, чтобы закрыть тему найденного оружия. Принести такое оружие можно в любой день или есть там небольшое окошко, в которое это можно сделать в году? Абсолютно в любое время можно принести данное оружие. То есть, чем короче срок, от, если мы о находке говорим, от находки до его сдачи, тем лучше. Потому что хранение у себя данного оружия, оно, как правило, по практике до хорошего не приводит. То есть, чем раньше сдали, тем лучше. А еще проще, как я объяснял, проще позвонить, его заберут, чтобы вы его не возили на машине, чтобы его не носили куда-то, чтобы вас не задержали во время его несения, везения. Там, потому что понятно, что вы можете объяснить, что где вы его взяли и каким образом. Откуда взяли? Но есть такие моменты, нюансы, скажем так, которых нежелательно этого делать, то есть забирать с места. Потому что оружие, если оно лежит на открытом месте, то есть не обязательно кто-то его потерял. То есть оно могло быть использовано для совершения какого-то преступления и оставлено преступником. То есть, проходя мимо, если вы его подбираете и несете, сдаете, вы меняете картину самого места происшествия. Это делать запрещено. То есть ответственность, возможно, в отношении этого человека не наступит. Да? Но наступит последствия для расследования уголовного дела, если оно было совершено какое-то преступление, потеряются следы. То есть мы не рекомендуем, то есть, вот, забирать что-то откуда-то и везти куда-то. То есть проще сообщить, чтобы было зафиксировано место находки, потому что это может быть в дальнейшем очень положительным фактором для раскрытия преступления являться. Это фиксация этого места. Потому что оружие
могло быть использовано кем-то и брошено. То есть на месте преступления, на месте совершения, попытки преступления, ну, что-то такое. Ну, а самый-то главный вопрос – вести куда? Вести в отдел полиции. Отдел полиции работает круглосуточно. Любой отдел полиции работает круглосуточно. И это оружие и заявление о находке примут в любом случае всегда. Управление Росгвардии Рязанской области, время работы лицензионной службы, оно как бы ограничено. Там с 9 до 6 работают сотрудники. А в дальнейшем как бы есть дежурная часть, куда тоже можно обратиться. Но управление оно одно в Рязани, а отделы полиции, отделения полиции, пункты полиции, они в каждом находятся в населенном пункте практически, ну, на уровне района, хотя бы так. То есть там либо поселковый, либо участковый опорный пункт полиции где-то есть. Люди, как правило, их до них ближе. И, соответственно, мы предлагаем гражданам воспользоваться таким способом сдачи оружия. Чем ближе к месту находки, тем лучше, конечно. Сергей Александрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.